На западе Германии арестован мужчина, который планировал теракт. Его задержали в ходе спецоперации в городе Нойс. По предварительным данным, предполагаемый преступник является сообщником задержанного в минувшую пятницу в Вене подозреваемого в терроризме. Наш собственный корреспондент в Германии Шолпан Найманбаева с подробностями. Информация о задержанном в городе Нойс немного. Полиция пока не сообщает, кто он по национальности, местный или приезжий. Известно только то, что ему 21 год, и, возможно, этот молодой человек планировал совершить теракт в Германии. И пострадать в этой трагедии могли полицейские и военные Бундесвера. Именно против них готовился взрыв. Такие данные у полицейских появились после задержания в Вене 17-летнего подростка. Как известно, он тоже собирался взорвать бомбу только в метро или на центральном вокзале, соответственно, чтобы жертв было как можно больше. Как сообщает немецкая полиция, задержанные были знакомы, причем очень близко. Арестованный в Вене как минимум один раз приезжал в гости к немецкому подозреваемому. Есть информация, что они вместе экспериментировали со взрывчатыми веществами, чтобы собрать бомбу. В ходе спецоперации в городе Нойс у подозреваемого изъяты компьютер и телефон. Против него уже выдвинуто обвинение. Кстати, задержана и супруга. Сейчас полиция проверяет ее причастность к взрыву, который планировался в Германии. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия.